Всем привет! Вы просили отстрел Magnum Research. Пожалуйста, вот мишеньки, вот Magnum Research, вот патрон Polar Biathlon. Мы будем стрелять на 50 и на 100 метров. Так, ну вот, видим, дистанция 50 метров, 10 выстрелов, 2 отрыва, 8, ну, чуть ли можно сказать, не в одну. Хорошая-хорошая куча для такой дистанции. Так, ну вот видим, дистанция 100 метров, один отрыв, куча у нас ушла в левый верхний угол, но поднялся сильный ветер порывами, и, в общем-то, стреляли уже в условиях сильного ветра. Вот такой получился снос на 100 метров, все выстрелы у нас ушли влево вверх. Ну вот, что имеем, то имеем, но куча, по-моему, очень достойная. 50-100 метров отстреляли, по вашим просьбам, патрон был Lapua, Polar Biathlon. Стандартный патрон для соревнований. Ну, тот, который я использую. Сами видели, какая куча была на 50. Она вся собрана. Вот куча на 100 собрана. Пожалуйста. То бишь, полуавтоматическая винтовка с такими параметрами. Сами понимаете, ну, не каждый болтовик может вот это. И если бы еще как бы были идеальные условия, не было ветра, потому что вот этот снос, это уже снос по ветру. И ловил я выносом, никаких барабанов я не крутил. Ну, видишь, приближенные к охоте условия. Отстрелял, все, в параметрах того, из чего, что можно брать с мелкокалиберной винтовки, вы, пожалуйста, на охоте возьмете. Ну, больше эта винтовочка у меня для соревнований и набить руку. Будешь потренироваться, это вот так вот. Ну и дополнение для тех, кто считает уж мелкашку совсем слабым оружием. Мы видим, что это топливный фильтр от крупногабаритной техники, от экскаватора, да, какого-то. Вот что с ним внутри у нас произошло, и вот что с ним с тыльной части получилось. Мелкашка 5,6 long rifle, без какой бы то ни было оболочки, свинцовая пуля на выходе. Вот что имеем, то есть сохраняет большую часть своей массы. Ну и 4 стенки фильтра. Фильтр у нас не алюминиевый, фильтр у нас сталь. Ну вот так вот, чтобы там, да, конечно, кто-то считает, что это слабовато, но это не игрушка.